Показываю промежуточный вариант нашего ремонта. Заменили душевую кабину, поставили большего размера. Теперь она намного комфортней. Ну и пол заменили. В душевой кабине теперь будет вот с цветочками красивыми. Произвели демонтаж кухни, которая находилась здесь. Временно она стоит в спальне, потом плавно переместится вот в эту комнату, на эту стену. А также промежуточный вариант благоустройства нашей террасы. Вот, почти готова крыша. Ну, рабочие работают. Строительный материал весь закуплен.